Хватай, зайчик. Вот так, хватай его. Хватай, зайчик. На. Хватай. Хватай его. Хватай, зайчика, давай. Давай его, хватай, да. Держи, зайчика, возьмешь его? Муа. Зайчик Дана любит. Муа. Зайчик с Даном спит. Агу, да, нагу. Держи, зайца. Доброе утро. Доброе. Всем доброе утро, и мы уже давно проснулись. Сейчас Дан тусит у себя в кроватке. Он учится хватать свои игрушки, зайца. Он так что я побежала за камерой, но до этого он, короче, его очень хорошо хватал руками и уши тянул в рот, лапы тянул в рот, нос тянул в рот. Да? Такое у тебя происходило? Мама с черной штукой. Мама с черной штукой, это очень интересно, да? Куда ты бежит? Куда ты бежишь, мальчик? Мальчик мой. На, Сося. Бери, Сося. Бери, Сося. Смотрите на реакцию на Сося. Как будто бы какую-то такую гадость мама подсунула. Держи, Сося. Вот так. Держи. Вот так. Вот так. Давай. Бери Сосю в рот. Бери Сосю в рот. На, в другую ручку. Молодец. На, в другую ручку. Вот эту Сосю. Вот эту Сосю бери в эту ручку. Вот так. Давай, хватай Сосю. Вот так, да, он любит зайчика. Держи его. Да, держи зайчика. Чтобы не увидел камеру, надо. На, Дан. Ку-ку, привет. Держи его. Держи своего зайка. Давай, держи его. Хватай двумя ручками. Давай, двумя ручками хватай. Ну, нет, не ручки в рот, а зайчика держи. Держи зайку. Муа. Муа. Давай, держи зайку. Возьмешь? Покажи, почему, когда я беру камеру, ты не хочешь его брать? Давай, держи. Данчик, Данчик, я твой зайчик. Муа, я твой зайчик, Данчик. Ку-ку, ку-ку. Возьми меня, возьми меня. Возьми меня в ручки свои. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Камеру заметили. Держи, держи зайку. Держи зайку. Ку-ку. Ку-ку. Держи меня, хватай. Хватай меня, я твой зайчик такой. Я твой мягкий зайчик. Муа. Люблю тебя очень. Держи его. Хватай зайку. Держи его. Бери в ручки зайка. Бери в руку зайчика. Берешь? Давай. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ой. Попал заяц в руки. А ты бы съел бы этого зайца, да? Держи его. В общем, в планах у меня сейчас приготовить творожную запеканку, потому что как бы у нас... Сейчас вам покажу. Это просто какой-то трэш. У нас очень-очень много творога. Я не знаю, что с ним делать, потому что мама, я когда ехала, она говорит, вам творог покупать? Мы говорим, нет, вообще не надо, пожалуйста, потому что мы его уже не можем есть, не хотим его есть. И вообще прям, ну, пожалуйста, не надо этого делать. Хорошо, я не буду. Поэтому сейчас буду делать творожную запеканку. Так что предлагаю посмотреть этот рецепт вместе. Пока мой заяц лежит рядом и кает, и перебирает свои игрушки, а ты при чем?
Молодец. В общем, будем с вами готовить. Значит, я очень люблю рецепты именно Клопотенко. Вот я сырники у него подсмотрела когда-то, и мне очень понравились. Значит, что нам нужно? 500 грамм творога, 5-9% жирности. Ну да, как бы жирный, да, видите, вот написано, что очень-очень жирный. Ну, что поделаешь. Значит, потом 4 яйца нам понадобится, вот они у нас есть. Потом 100 грамм сметаны, вот она есть, мы будем граммы измерять на глаз. Масло. Что еще там нам надо? Сахар. Сахар у меня есть, вот он тоже здесь. Дальше что нам нужно? Мука. Мука у меня тоже есть, сейчас ее добавим. Изюм мы не будем добавлять. Сливочное масло есть для смазывания формы. И сахарная пудра. Ага, сахар ванильный. Сахар ванильный. Мы уже вместе с вами выяснили, что у меня его полно. Тоже его взяли. И соль. Соль тоже добавим. Вот она у нас здесь есть. Так что будем сейчас готовить. Формочки, они не супер высокие, и вот как раз две — это отличная порция, я считаю. Будем запекать сейчас в духовке. Пишут, что нужно на 180 градусов 45-55 минут выпекать, но так как у меня духовка чуть поменьше и не такая супер мощная, мы будем смотреть, сколько нам понадобится для того, чтобы запечь эти две формочки. Аромат, конечно, на кухне стоит просто потрясающий. Готовы две мои запеканочки. Думаю, они очень вкусненькие. Ну что, попробуем? Да. Да? Будем пробовать? Дан даже уже проснулся на запах запеканочек. Я возьму нам немножко, да? Да, чуть-чуть. Думаю, что я сильно сейчас не хочу, но попробовать хочу. О. Так. Вот такая вот она, воздушная, вкусная и просто шикарная. Сейчас мы ее достанем. Теперь как-то надо достать. Как это достать? Ладно, поставим камеру. Так. Опустим ее. Вот так и вот так. Сейчас буду пробовать. Ира, Ника тебе помогает готовить. Иру, смотри. Ира, Ника помогает. Не знаю, приготовилась или нет, но очень вкусная. Не, я думаю, да. Я думаю, она такая должна была получиться. Я просто не помню, что такое запеканка особо вот такая вот. Здесь вообще нет муки, то есть она состоит в основном только из творога. Две только ложки муки. Пробуй, только дуй.
А как? Вкусненько? Mm-hmm. Но она должна остыть. Она, так посмотри, какая она воздушная. Сейчас я вам покажу, ребят, какая получилась у меня запеканка. Вот такая вот она воздушная вся. Слушай, мягкая. Ну, это совсем не та запеканка, которая была в школе, там, в садиках. Супер, короче, ребята, рецепт очень крутой. Наверное, последний раз я снимала, когда доготовила запеканку, скорее всего. Ну, так и есть, конечно, да? Андрей уже сходил в магазин, купил нам хлеб, всякое такое. И мы садимся сейчас ужинать. Я еле уложила Дана, потому что он, я пока была в душе, он, я вышла, и он начал просыпаться. Я пришла, он нашел свой палец и начал его смоктать. И, короче, я поняла, что тут нужно что-то делать. Взяла его в срочном порядке и накормила. И он на кровати лежал и проверял, чтобы я не ушла от него. Я ему подложила подушку, он на нее положил руку так. И Лёхе ему подошло нормально. Типа, мама есть рядом. Короче, мы тут будем ужинать. Мы вообще с Кирой когда-то ходили на вторую часть Малефисенты, но при этом не смотрели первую. Мы с ней начали смотреть первую. И вот мы с Андрюшей сейчас будем продолжать смотреть Малефисенту и кушать вот такой вот вкуснятин. Боже, как же я обожаю макароны. И вот эти вот бутербродики, это вообще просто божественно. И, ребят, как бы всем приятного аппетита, да? Мы уже поужинали. Я пришла в спальню. Сзади меня вот там вон там спит, да? Потому что сейчас Андрей пойдет в душ, и только после этого мы его переложим, чтобы в доме уже была полная идеальная ночная тишина. Ну, правда, мой может еще ноутбук включим. Но все же тишина. Я буду уже монтировать. Сейчас выпью витаминку, которую так и не выпила сегодня еще. Поэтому надо выпить. Если вы пьете витаминку и не выпили, идите пейте витаминку. Застряла. Ставьте лайк, если у вас тоже таблетки застревали в горле. В общем, буду монтировать влог, поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы, вот мы, там Андрюша еще, вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи.